Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал «Сельская жизнь» и я Юля. Сегодня мы будем с вами готовить очень вкусные, ароматные, а главное очень-очень быстрые в приготовлении пирожки с мясом. Они подойдут как на завтрак, так и на перекус или на легкий ужин. Оставайтесь со мной на канале, и мы с вами приготовим эти замечательные и очень вкусные пирожки. Для такой красоты нам понадобится лаваш армянский, тонкий, масса 240 грамм, половина луковицы, полкило фарша, 2 столовые ложки сметаны, 3 столовые ложки воды, соль и перец по вкусу. Готовим фарш. Лук натираем на терке, добавляем фарш. По вкусу добавляем соль и перец. Все перемешиваем. Добавляем воды, чтобы фарш был немного помягче и хорошо размазывался. Лаваш нужно разрезать на вот такие прямоугольники, ну примерно 25 на 15. И начинаем собирать наши пирожки. На лаваш размазываем тесто тонким слоем на половину лаваша. Сворачиваем треугольничком и пирожок готов. Продолжаем делать все. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем сюда наши пирожочки. Смазываем сметаной духовку, разогреваем до 200 градусов и ставим запекаться в духовку на 15 минут. Через 15 минут достаем и можно кушать. Такие ароматные, вкусные, сочные и очень быстрые в приготовлении пирожки с мясом подойдут на завтрак или на легкий ужин или просто на перекус. Дорогие друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита! С вами была Юля на канале «Сельская жизнь». До новых встреч! До новых видео. Всем пока!